С наступлением осенних холодов возрастает риск пожаров в гаражных боксах. Одни владельцы гаражей пользуются самодельными электронагревателями. Другие, обрабатывая ямки для овощей, используют дымовые шашки, не соблюдая правила безопасности. И те, и другие рискуют погибнуть и потерять свое имущество в результате пожара. В целях профилактики пожаров в гаражных постройках служба спасения города рекомендует выполнять следующие правила пожарной безопасности. Избегайте оставлять в гараже предметы из горючего материала и использовать открытый огонь. Не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами, не храните в гараже запас топлива свыше 20 литров бензина и 2 литров масла. При длительной стоянке техники рекомендуется отключать электропитание автомобиля от аккумуляторной батареи. Не забудьте укомплектовать гараж средствами первичного пожаротушения. Это должен быть сертифицированный огнетушитель, углекислотный или пенный, объемом не менее 5 литров, с непросроченным сроком хранения. При обнаружении пожара или признаков горения в гаражной зоне сообщите об этом в пожарную охрану по сотовому телефону по номеру 101 и предпримите по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей.